Здравствуйте, с вами Сан Миколенко. Я продолжаю вот показывать, ну, под формировку. Вот перед вами на фоне этой фанеры, чтобы лучше видно, это двухлетний саженец яблони сорта Телисары. Это старый такой эстонский сорт, он у нас в Беларуси здесь распространенный. Что-то типа каштели, но кислее. Такое раннее осеннее яблочко. Ну вот, смотрите, такая слабенькая, ну, средненькая двухлеточка. Значит, что надо сделать? Вот эти, значит, этот цветок оставляем. Здесь вот я его, вот здесь, видите, срезал весной. Вот. И вот эти вот, раз, два и три, равняю на наружную почку одинаково. Чтобы была такая типа эстетика. А вот здесь перевожу на более горизонтальную. То есть вот эту я вырезаю. Пенечек там можно чище вырезать. Весной можно так. Вот тут, смотрите внимательно, острый-острый угол. Вот. Я его удаляю. Сейчас. Неудобно без оператора. Одной рукой наводить. Все, дальше ведем. Вот здесь он уже цветочка, почка, вот это вот укорочу вот здесь чуть-чуть. А здесь центральный проводник, его как бы вот он угнетен, вот этот, видите, вот я его просто вырезаю, а здесь в эту сторону выходит. То есть я такую все-таки перехожу типа чашки. То есть здесь не будет как такового центрального проводника. Ну, теоретически вот этот остается. Но я его перевожу вместе с этими всеми. Вот укорачиваю чуть-чуть на наружную почку. И его же притормаживаю. Вот так. Все. Сейчас теперь опять плохо солнце. Ну, понятно. Видите, такая разреженная. То есть заложен скелет на высоте где-то. Где-то тут, ну, 80-90, то есть это классическая формировка. Ну и вот на следующий год здесь уже будет контрольное яблочко. Если оно у меня останется, пересажу, или если его кто-то приобретет. Ну вот такая вот обрезочка. Ну, вроде как объяснил понятно. С вами был Сан Миколенко. Заходите на сайт medvino.net. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.